Мне кажется, русская мать, она говорит: не уходи, ты нанесешь себе вред. Да, это похоже. То есть, если у еврея тебя убьют, то здесь ты сам не сможешь. У тебя не получится. Русская мать говорит две вещи, знаешь, такая критикующая. Она восхищается сыном: ну ты мужик, или ну ты мудак. То есть он все время доказывает ей, что он то ли мужик, то ли мудак. Это вообще прям точно. Ну, в общем, я не хочу жить ни с одним, ни с другим. Ни с мудаком, ни с героем. Доска. Ну, мне кажется, матриархальные вот эти вот современные общества, как ты говоришь, вот это вот. Ну, они как бы матриархальные. Ну, как бы, да, там этот, и Израиль, Италия, Россия, Украина туда же идет. Они матриархальные только потому, что уровень жизни достаточно высокий. Давай, ну, на Москвы выйдем. Нет, ну. Уровень жизни высокий. В России высокий уровень жизни, ты что, шутишь, что ли? Конечно, высокий. Ну да, может быть. Сизму. Подожди. У меня большая зарплата 7000. Сколько вы получаете света? Света рот открыть не может. Дело в том, что по сравнению со странами, где люди реально выживают, то есть они за еду борются и воюют. Это высокий уровень жизни. И этот уровень жизни, может быть, он и ниже стал, но этот менталитет матриархальный, он же сложился после войны, когда миллионы, ну, как бы, перекос большой случился в сторону женщин. И на женщин упала ответственность основная. Ну, на бытовом уровне, по крайней мере. А потом, в течение нескольких десятилетий, этот уровень жизни из военной разрухи, он поднялся вполне на сносный, как бы, на сносный уровень во времена Брежнева. То есть во времена Брежнева мы жили хорошо, если это сравнивать с остальным миром. Конечно, Запад жил еще лучше. Но мы жили хорошо. И только там, где уровень жизни достаточно высокий, там мужчина может расслабиться. Понимаешь? Он может позволить себе, ну, как бы, отпустить контроль. И тогда на первый план выходит роль женщины. Она. Не так. Не так? Смотри на Запад, там просто там как раз выходит тогда партнерство, когда мужчина расслабляется, и все хорошо. В матриархате, где перенапряженный мужчина, на мой взгляд, он никак не вырастет. И это в Италии прекрасный уровень жизни. Ну, если бы там не был такой прекрасный уровень жизни, он бы вырос, потому что у него не было бы выхода. Либо он погиб, либо он вырос. А те, кто выросли, они бы как раз и были лидерами. Ну, там кто-то и вырос, и кто-то и является лидером. Нет, а я думаю, что патриархальное общество, почему патриархат — это то, что ушло, ну, как бы, уходит вместе с модернизацией общества, потому что там условия жизни гораздо жестче, там необходимо мужское участие постоянное. Сила физическая, психическая, жесткая, понимаешь? Там женщина просто, она выполняет свои функции, ей просто, ей отведена определенная роль, она ее выполняет. Она не может конкурировать с мужчиной в жестких условиях.
Ну, грубо говоря, если у тебя постоянно война идет, кто воюет? Лучше воюют мужчины, правильно? Женщина не может конкурировать с мужчиной в плане войны. Мужчина все равно сильнее. Природой заточен именно под это. Потом вот маятник отскакивает в другую сторону, когда вот эта вот энергия патриархальная, вот эта вот она взрывается, мужчины начинают друг друга убивать, их становится сильно меньше, приходит Кришна, тогда приходит мать и говорит, что нужно делать. Понимаешь, вот она начинается матриархат. Тогда еврейская мама говорит, не уходи, тебя убьют. Итальянская мама говорит, не уходи, тебе нигде не будет так хорошо, как рядом со мной. А русская мама говорит, не уходи, ты сам не справишься. Ничего не получится. Послание к дочери выглядит примерно так же. Но там еще добавлено, при этом ты должна много работать. Интересно, какие послания дают отцы своим сыновьям?